По меньшей мере три крупные аварии произошли утром в понедельник на МКАД, в результате на дороге образовались внушительные заторы, сообщили в столичном Дептрансо. ДТП произошли на кольцевой дороге, на развязках село Киевским, Рублевским и Волоколамским шоссе. Во всех случаях были заблокированы по три полосы. Судя по кадрам с камеры наблюдения, рядом село Киевским шоссе завалился на бок самосвал с песком. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время аварийные службы убирают автомобили, чтобы освободить проезжую часть.